Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В моменте позитива и негатива, как мне кажется, присутствует элемент восприятия. То есть почему-то у вас формируется именно определенное восприятие. Определенное восприятие реальности, определенное восприятие окружающего там мира, да, людей и так далее. И как мне кажется, это важно, это понимать, важно давать себе в этом отчет, важно давать себе отчет в том, почему так, каким образом так у вас получается, да, и что с этим можно и нужно делать дальше. Вот. Там, то, ну, сейчас вы говорите о своем мировоззрении, вот. Как мне кажется, вы говорите о своем мировоззрении, но при этом вот что важно, сути, именно сути своего мировоззрения вы не раскрываете. То есть, ну, вы не описываете его, что оно из себя представляет. Ну, например, да. Вот это, ну, тут такая довольно важная сторона вопроса, как мне кажется, правда. Здесь, ну, вот, сам такой позиции, что ли. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что важно здесь сказать. Вот. То же самое касается и позитива, по большому счету. Ну, то есть, это беспредметно у вас. У вас это беспредметно, по сути. То есть, что такое позитив? Что такое негатив? В данном случае, это не совсем понятно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и так далее. Вот. Поэтому мне лично кажется, что наша задача заключается в том, чтобы оказать вам помощь, понимание себя. Вот. То есть, чтобы вы увидели для себя, возможность изменений определенных. Понятное дело, если только вы этого хотите. Если вы этого не хотите, то, ну, понятно, что, ну, то есть вот важный момент, то, что я хочу, чтобы, ну, я об этом говорил, я хочу это повторить обязательно, что у вас беспредметно позитивный год. То есть вы видите,
Например, вы видите только негатив, например. И если вы видите только негатив, то у этого есть основания. Есть основания, потому что вы видите только негатив, например. Вам это почему? Ну, вам это для чего это нужно? Ну, условно говоря. Вот. А почему это вопрос? Да? Для чего это вопрос? Вот как это получается, тоже вопрос. Ну вот. Такой аспект. Поэтому важно, чтобы вы не настраивались на какой-то позитив. Потому что, ну, какого-то позитива, именно какого-то позитива не существует. Это всегда, всегда в неком всегда там в неком таком процессе находится, всегда в неком контексте это находится. Это не что-то такое, знаете, отстраненное. Вот. И, может быть, в этом первый такой нюанс заключается, что нет никакого контекста ни у позитива, ни у негатива. А если есть, то он этот контекст, ну, такой, как бы несколько изолированный, можно сказать. Вот. То есть, понимаете, тут важно, чтобы беседа, работа ваша со специалистом не превратилась в ну, попытки какие-то вас переубедить, вот чего совершенно точно не нужно, да? Вот, чего совершенно точно вообще никому не нужно, чтобы кто-то кого-то пытался переубедить. А вот вы говорите, что как настроиться на позицию. У меня, например, пока возникает больше такое ощущение, что вы хотите настроиться на позитив, например, да, только потому, что ну, другие вам об этом говорят. Не столько вы сами хотите этого, сколько вот другие сказали, ну, значит, надо настроиться. Вот. А хочу я, не хочу, там, для чего мне это, не совсем понятно. То есть, может быть, ну, я понимаю, что, вероятно, я не прав. Вот. Ну, я, скорее всего, не прав, но все же сказать свою мысль я бы хотел. Вероятно, у вас негативное восприятие превалирует, потому что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот вы, как бы так сказать, вы не удовлетворены из-за того, что, что сравниваете себя с другими. И это получается, как правило, не в вашу пользу. Вот. Я понятно, что могу ошибаться. Вот. Понятно, что могу быть неправ, вот. Но мне кажется, именно вот такой момент здесь. Поэтому
пока вы не опишете в себе определенных желаний, вот, пока в какой-то степени не научитесь, если угодно. Рассматривать их вот свои желания. С точки зрения реалистичности, с точки зрения ваших реальных возможностей. Вот. Ну, я думаю, что от негатива вам будет довольно сложно избавиться. Это не значит, что невозможно, конечно. Вот, сложно, это не невозможно. Все зависит от, ну, еще многое зависит от того, насколько вы, ну, насколько у вас механизмы сопротивления развиты. Если они развиты сильно, то тоже может быть такой момент, что вы будете противиться. Ну, каким-то моментом будете избегать каких-то моментов и так далее. Вот, это тоже нужно учитывать обязательно. Вот. Так что имейте, пожалуйста, это в виду. Вот, а какого-то такого универсального рецепта нет. Мне очень печально, что вы думаете, что он есть. А вот печально, когда, ну, печально, что вы считаете, что для каждого есть какие-то универсальные рецепты, нет, ничего подобного, никаких универсальных рецептов нет и быть не может, в принципе. Вот, это очень грустно, что вы думаете так. Вот. Мне кажется, что здесь вы обесцениваете себя и, ну, немного других, наверное, людей тоже. Вот. Ну, я имею в виду тех, кто пытается найти, там, например, свой индивидуальный путь, да, свой личный путь. Вот, это то, что я могу вам сказать. Вот. Может быть, у вас что-то вроде депрессии или там депрессивного состояния, да? Вот, это нужно выяснить, это нужно подтвердить. Вот. Поисследовать это, если это действительно так, вот, но, возможно, вам нужно будет обратиться к врачу. Вот, ну, чтобы получить помощь, чтобы вам квалифицированно поставили диагноз, если он у вас есть. И вот на что бы я рекомендовал бы обратить внимание, это на то, значит, как у вас складывается отношения с другими людьми. Ну, то есть, я имею в виду, зависите ли вы там от мнения других людей. Вот, если
да, то насколько, вот, если нет, то почему вы начинаете, там, условно говоря, свой рассказ с того, что говорите все, там, ну, все про, ну, все говорят про видео. Мне кажется, это позиция крайне, ну, крайне уязвимая позиция. Мне так кажется. Вот. Опять же, я могу ошибаться насчет того, что вы зависите от мнения других людей, но выглядит это именно так, потому что вот вы пишете, все говорят, не хватает положительных эмоций, кто все, как настроиться на принципы, предлагаем в голове один негативный, так это же как-то происходило у вас, то, что не произошло сразу. Правильно. Вот. То есть тут нужно смотреть это процесс. Вот. Примерно так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что мой ответ вызовет у вас определенный отклик, который послужит начало для психотерапии. Всего самого доброго.